Сегодня праймерис правящей израильской партии «Ликуд». Определяется состав ее будущей парламентской фракции. Ситуация непростая, ведь после объединения списков с партией Виктора Либермана «Наш дом Израиль» многие маститые ликудники могут оказаться в хвосте списка, а то и вовсе за бортом Кнессета. За места в общем списке Ликуда борются 97 претендентов. Еще 11 за так называемую бронь. Для женщин, для новых репатриантов. Конечно, авторитетный русскоязычный парламентарий от Ликуда Зеев Элькин, председатель коалиции, и министр информации Юлия Дельштейн участвуют в праймерис на общих основаниях и рассчитывают на успех. По крайней мере, предвыборный клип «Элькин Стайл», сделанный под известный корейский хит, пользуется большой популярностью. Проходными в Ликуде считаются лишь первые 25 мест, поскольку на январских выборах Кнессет в будущий общий список Ликуд Бейтейну будут включены также кандидаты от партии «Наш дом Израиль». Я думаю, что союз Либермана и Ликуда – это союз естественный и логичный. Жаль, что раньше они были порознь. Возможно, что Ликуд потеряет от этого часть мандатов, потому что есть те, кто не любит Либермана и считают его экстремистом. Но в конечном итоге этот союз укрепит правый лагерь. Есть реальный шанс наконец войти в Кнессет у прежде нежелательного Моше Фейглина, лидера движения «Еврейское руководство» правого крыла Ликуда. Чем больше на нас летит ракет, тем больше шанс, что народ одумается и поймет, или Хамас, или Фейглин. К сожалению, праздник демократии в Ликуде был изрядно подпорчен сбоем компьютерной системы. Люди стояли в многочасовых очередях. 2 часа простояла в очереди, удивляюсь терпением израильтян. Русские бы уже давно возмутились бы и черти что говорили бы. А чего домой-то не ушли? Ну, потому что уже считаю, что надо, это долг наш проголосовать. Здесь, в этой стране, это очень важно. Если там нам было не очень важно, а здесь важно. Почему мне это важно? Потому что это наша страна. Я хочу выбрать тех, кто лучше. Но многие ликудники до вечера так и не успели проголосовать, и на 50 участках выборы были продлены еще на день. Результаты уже известны. После Нетаньяху в первую десятку выбранного списка Ликуда вошли министры Гидон Саар, Исраэль Кац, Буги Ялон, Юлия Дельштейн, председатель фракции Зеев Элькин и другие ликудники, активно представляющие правое крыло партии. Да, с такой фракцией, да еще и с Либерманом, Нетаньяху, если он снова будет премьер-министром, трудно будет идти на политические компромиссы. Элла Казакова, Гидон Дубинский, специально для RTN, Израиль.